Демонстрация рекламируемого товара. Надо, надо. Конечно, надо. Пусть, да? Капсула тут откуда-то висит. А я же последний раз Фронтеру играл в день выхода Руинд Кинга, да? Ага. Я же тогда просто нажал Alt F4 и все. Показывай давай, как я ем. Что, вы не верите, что я ем вкусняшки фруктовым вкусом? Могу и показать. Собираем ненужные для рейтинговых игр карты. Обожаю. Это дело. Ну хоть бы Лего одну дали. А, ну одну дали. И жетон. Что, два жетона? Ой, ладно. Как в это играть? Twisted Fate, да? 13% это опыта. Персонаж, что у меня пройден. Открываем Витю. Так, а что у меня... Стоп. Блин, а я не могу уже выйти. Да, наверное. У меня здесь два воскрешения стоит, а надо, чтобы стояло... Банша звояла, а дополнительный урон на ТФ. Ну ладно, пойдем с двумя воскрешениями, может тоже справимся. Меня никто не остановит, все усиления союзников, кроме щита, действуют до конца игры. Звучит бесполезно. Мне кажется, это хорошо для какой-нибудь Димасии, но... Детектив-провокатор. В начале игры. 2-1 чел, который бомбы будет закидывать. Вот, блин, вот это офигенно. Вот это офигенно, но если бы... Если бы эти бомбы могли наносить больше урона еще под ТФом. В любом случае, это блокер. Вначале это будет очень хорошо. И блокер, и дамагер, и все подряд. Так вот, что у меня у ТФа? Ангел-хранитель. Угу. Да, так и думал. Ну, он два воскрешения, так два воскрешения. Призывая бойца, дарует случайный навык и страж площади, да? Угу. Одного ТФ обязательно оставить в руке. Винкон. Дополнительный кардроу. А, это не дополнительный кардроу, это стоимость при разграблении, фига себе. Минус 3 на краденных товарах, это сильно, это очень сильно. Серьезно. Мы были так близко. Класс, спасибо. Mm.
Блин, ну он на следующий ход в атаку пойдет. Этот дракон, этот стягиватель. Драконы давайте. Какая разница? Не, наоборот, притяжку надо было. Он этого дракона пора никак не качнет. Ошибки. Ищи ошибки, стример! Сыграем! Может быть, он бы, кстати, притянул 4-1, я бы не получил урон вполне. Так, можно попробовать красный убить сейчас робота. Я в игре. Всем достанется. Ой, я вспомнил, как спел пауэр называется. Люденко там, да? Вряд ли он как-то здесь задефается, да? Воруем за ноль. Охренительно. Создайте их на маньяка-расстрелятора. Что из этого не нужно? Хочу ли я дровать две иллюзорные карты? Нет, у меня столько маны пока что нету, чтобы ТФа. О, кстати. Пассивка сработала, я и забыл. Дроваемся. Блин, невидимые сейчас полезут. Пора. Но мы против них вовунью. О, и парлей. Блин! Ау! Грибы. Угу. Да, желательно на самом деле не дроваться. Может, техноманьяка поставить? Пускай будет, кстати. Что я умею? Чего я только не умею? Сколько ему до левелапа? Долго. Членистозубы. Кровь и кишки, деньги и слава! Морской скоробей с глубины за две маны. Окей. Невидимка. Блин. За добычей! У-ху! Ценные призы! Хоть не сожрали. Блин, уничтожение карт от этого морского скоробея, это же плохо. Фак. Фирсом. Ладно, нет, я сейчас выиграю по-любому. Желательно, наверное, не дроваться. Выберите заклинание среди верхних пяти карт. Я уже видела эту визитную карту. Создайте в руке его точную копию. Да как, почему это никогда не работает? Сейчас принесу документы. Что за сломанный персонаж? Может быть, ТФом замешать себя? Не, нового поставим. А, он притянул не ТФа. Потому что инвиз. Блин, почему я не подумал, что он так будет тянуть? Фак. Не сдавайся. Так, ладно, надо лапать ТФа, судя по всему. Замешивать карты. Я сам создаю хороший. И выигрывать на следующий ход. Раскрути меня на деньги. Ха-ха. Блять, больно. Карта поперла. Обязательно ли было? Ну, в принципе. Надо идти в атаку, пока он не поставил блокеров, да? Удачу. Внести любой урон в Nexus. Главное, потому что блокер может ему вампирку дать, любой блокер. Кажется, я не выигрываю при помощи красной карты. Так, близко. Я потерял еще карты в колоде, еще карты в колоде, я проиграл. Они говорили, что я слишком опасен.
Скип и... Значит, ну да, скип. Не-не-не-не, если я сейчас попробую своровать, это будет плохо. Потому что я проиграю на следующий ход. Сейчас просто пас. Дальше синее, красное, соответственно. Мы хотя бы выживем, потому что попробуем вытянуть эту карту. Сейчас ничего играть нельзя. На начало раунда у нас есть карты в колоде, мы живы. Отлично, отлично. Теперь, блин, таран еще вылез. Я буду последним, что ты увидишь. Синяя, понятное дело, не делает ничего. Синяя, как змеиная река. А! Это точно так работает? Почему? Это же так в мотыге работает, в Рунтере так не работает. Колода была против нас. Я думал, в Рунтере проигрываешь... Ну, у нас два воскрешения, нам похер. Я думал, в Рунтере проигрываешь тогда, когда... именно в начале хода пытаешься задровать карту. Колода, правда, была против нас. Да, здесь, как всегда, проблемы с первым же файтом. Просто жесть какая-то. Что вообще? Как? Почему? Привет, парни, опять. Производственный бум, окей. Убить... А все потому, что он убил этого провокатора на самом деле. Держу. Здесь так-то очень полезно имел. И ждет сюрприз. Безопасный режим? Не слышала. Поставщиков не раскрываю. Будборщик. Это же будет, кстати. Только он крут в одной ситуации. Я уже видела эту визитную карточку. Если я не хочу убивать это юное дарование первым же выстрелом. Как я и подозревала. Я хотел. Найдите ее. Привет. Ну что, для красоты. Я буду последним, что ты увидишь. Да, хорошее начало, однако, блин. Оп, отлично, убийство. Сейчас клешнёй получишь. Не смысла давать ему выставлять блокер, блин, просто панекс. Сполшилд. Неприятно. Надо было автоматом вкрутить, наверное. Я сломал руку! Теперь у меня новая! Вот это прогресс! 4-4. Погоди-ка. Давай так, допустим. Да еще карты будут воровать сейчас. Ты, Эвчик. Больно не будет. Так, пора он выставить не может мгновенно, никак. Блин, копия, серьезно. Мой ассортимент говорит сам за себя. Страж площади. Так, хорошо. В помойку. В моих глазах вы вытянули. А сколько не написано? Много карт. 9 плюс. Закрыто артефактом, кек. А у меня 7 карт. Чё-то кекно. Котно. Я в игре. Найти желтую. Не, только не бафай борщика до 7 атаки, пожалуйста. Я хочу этого встанить. Постой-ка.
Проклятая сточная чехотка. Барван очка. Что, в атаку пойдет? Ладно. Мне просто как раз надо. Я попалась. Освободить руку. Раскрути меня на деньги. Ха-ха. Ага. Предлагаю даже сделать так и... Как тебе задефаться? Ну, торговцы, наверное. Смысл в торговце сейчас. Восемь урона. Плюс с инвиза можно вписать. Да, с этого. Ну, сейчас поставит стража и чё, как я выигрывать потом буду? Никак. Так хотя бы 8 урона, и на следующий ход либо волнагон, либо плавунь не вытащат. Невидимый фак. Невидимый фак. Воруй товары, воруй. Тебе все равно это не нужно. О, о, бодрячком. Пора испытать эту штуку. Бодрячком. Добро пожаловать. Осталось научиться наносить один урона. Фу, вампирки нет. Хорошо. Вам нравится, ёрлы, в форме? Фак! Вот это урожай! Что ж, все еще есть способ через волногона выиграть. Это наш дом. Ты блочишь тут, ты блочишь здесь. Добри. Ты делаешь так. Ты блочишь тут. На всякий случай здесь заблочить, вдруг не сдохнет, да? Хорошо, потом теперь ставим челюстозубов, притягиваем стражу площади и выигрываем. Вот этого невидимого. Корабль мал, да удал. О, еще один инвизер внезапно. 6-6. Хорошо. Загляни в бездну, и она посмотрит в ответ. Че ж первый файт-то сложный такой? Испытай удачу. Испытай меня на деньги. Не буду этих отправлять в атаку. Ну нахер. Нет, первым должен был бить. Привычка выставлять самых сильных инвизеров вперед. Чуть более слабых дальше. Это просто базовое такое. Да, 2 хп. Угу. Затонувшие сокровища. У нас там нет морских монстров. Шериф неплох. Острее авангарда. Шериф хорош. Ремул, как-никак. Тарам, тарарарам. Так, напомни, призывает детектива. МФ-ка, МФ-ка, МФ-ка с островитянином, с снайперами. Трандл, восьмерок нету, нифига. Тролли бесполезны. На певах неплохая штука. Нами. Получили спелманну приливная волна. И плюс она позволит хилять, потому что у нее есть прилив. Нами. Вот Тефа должна быть ок, по-моему. Так, сундук с предметами, сундук с заклинаниями, магазин карт, целитель. Я бы, конечно, целителем сбросил бы какого-нибудь волногона, но пока что рановато. Удачная находка слишком легкая, да и сундук хороший. Ну, типа... Справа легче, чем слева. Роботы слева мерзкие и куски говна. Лучше я справа пойду. Че, сегодня понедельник, да? Понедельник.
Twisted Fate сразу же. Ну, это звучит уже не так уж плохо. Это выкинуть. В руке ТФ. Да, пускай качается, пробьем, я думаю. Волна, создающаяся в колоде, тоже, кстати, круто. Иду по следу. И ждет сюрприз. Гранаты от челика балдежные. Можно даже сейчас прям парли не юзать. Потому что на нем все равно броня. Ты всегда будешь нас охранять. Один урон от двум случайным. Нашел! Все можно исправить. Без сабрем входа нет. Тебе что ли убить? Нам платят за риск. Фокус мне реально этот блок очень мешается, но... Я просто доработал ваш чертеж. Наверное, нет. Хоть не сожги. Я опомниться не успею. Может, я у вас сразу сыграть, что я? Когда я поддерживаю, даруйте мне статы, ясно. Я не боюсь измазаться в крови. Сивачка с вампиркой. Ну что ж, станем ее. Я в игре. Постой-ка. Хороший ход. Да, он ей 1-1, конечно, дал, но... Ну, сюда попало. Не так уж и плохо, наверное. Трем случайным врагам. Могу сейчас бахнуть волну. И добить ее при помощи парлея. Антикарты, если сразили, ага. Находка есть. Должна же, по-моему, каждый ход прокать у нее. Не, у нее 50, у нас 25% шанс, да? Ух ты, еще одна! Через кораллы! Через кораллы! Великая Сай не забывает своих детей. Найс. Тебя в помойку. Здесь притянем. Чем кого притянем-то? Этого блокера, потому что световые бомбы очень фейлятся об его щит сейчас. Госпожа удача улыбается. Эй, послушай! Угу. Это ловушка! Дополнительные световые бомбы, которые, скорее всего, прокнут и убьют этого чела. Надеюсь, три находки. Не убили! До глубины одна карта. Где же ее взять-то? Кардрову одной карты. Еще притяжку какую-нибудь. Просто статы дает. Под пробуждением пипсков, кстати. 5-4. Так может шериф поставить? Чтобы не получить так много урона сейчас, да, еще и пробивной удар. Ну да, шерифа будем ставить. Я не создаю проблемы, а решаю. Он не идет вот так вот. Вот. Штука находки разве не на один ход дают? Не, не на один, да. Тебя? Свежий лоб стоит дороже. Вот этот бот очень странный. Вообще битва довольно странная. Это стремление к наживе. Не очень сильный враг. Ну, ладно, это, конечно, приятно. Вот это добыча! Видимо, придется об него тратить... ...за весь дубин, да, блин, захвачен. Все или ничего? Мои труды. И опомниться не успею. Что здесь? 15 карт еще. Отнимем у богатых и отдадим нам. Опять дракон.
6 очком. Забери в бездну, и она посмотрит в ответ. Не плыви против течения, утонешь. +1. Оседлай волну. На всякий случай. Держу темп. Вниз по течению. Почему я думал, что на нем есть притяжка? Ну ладно. Что тут у него Банши звал нормально. Хорошо. Допустим. Будет отлично смотреться с плащом. Сейчас повеселимся. Вампир, твою ж, блин, торговца не поставил. Найдите. Благословение моей. Я убил своего чела. Сколько отдам? Силой 5 плюс наносит удар врагу. Можно прям сейчас кастануть сюда. Пока он его не забафал находками. Че, 8-8, класс. Бей по башке, хватай добычу. Умница. Бла. О, как тут круто! Давай так. Привет. Ты тормоз! Один урона двум разным случайно. Он сейчас последние атаки, да, странно. Да. Нексус не попал, повезло. Не отставай! Не отставай! Меня просили это придержать, но ты мне нравишься. Ну все, он рип. А, 5-3, правда. Может быть, стоило изнурение остановить. Страйк я и выдал. Как делишки? Что тут у нас? Они всегда мимолетные, да? Выбор противника. Оседлай волну! Вот бы повтор Канами пришла, я бы... Доверься приливной волне! Через кораллы! Сейчас клешнёй получишь! Шипик! Я бы юзнул что-нибудь... Я бы юзнул похилить свой Нексус в её обилке. Уф, изумрамен. Ты как узнал? Внезапно. Ещё один день для своих близких. Надеюсь, пройдет без осложнений. Они обычно бывают. Щит на воздухоплавателе. Трехмановый, дороговато. Два урона, чтобы даровать уязвимость. Сейчас магина пора. Звучит как говно. Когда на моих глазах атаковали три устрашающих союзника, уничтожьте меня и призовите Вайлмо. Проклятый лес. Твистед Тривайн. Забыты смерти алтари и заросла тропа, но тварь, что рыщет в темноте, по-прежнему жива. Забыты. Не забыты. Чё сразу забыты-то? А, сделать кораллы 2-3. Тоже херня. Молотосос 1-4. Тоже херня. +3/+3 эфемерность. Отправь меня в атаку. Какого хера стая смерти? Что за говно в колоду идет? 5-4 девочка призывает, что дешевляет тьму. Вот это неплохо. Моя стоимость уменьшается на 1 за каждое заклинание, которое вы применили в этой игре, призвав меня создать в руке случайное заклинание. Ну, хотя бы так. Я не уверен, готов ли я идти вот сюда против взрывоопасной техники. Дарую случайный навык своему первому бойцу. По 2 навыка будет себе качать. Честно говоря, я задумываюсь все-таки направо пойти. Только заклинания. Они очень жесткие, а Викаурская воришка фигня полная.
Кораллы 1-1 были норм. Ну, по итогу были норм, да. Ну, кто бы мог знать, кто бы знал, да. За каждый раз, когда использовали разграбление, призовите пороховую обезьяну и дайте случайному врагу уязвимость. И восстанавливает ПП Нексуса. Это хорошо. Зов. Призовите обезьяну, разграбление, призовите еще одну. Список. Даруйте уязвимость, если цель уже уязвима. Блин, ну зов силен, он может вампирку приносить. Опять же, ту же самую, и не только вампирку. Да и обезьяны равно блокеры. И вампирку, и ремувал, и станы, и чё она только там не может приносить. И 10-10 дракона. И вот это вот все. Руку оставлю, допустим. Все это может кончиться быстро. Быстро и больно. Держу темп. И ждет сюрприз. Украденные товары за ноль. Ну, на самом деле, может быть, не самая лучшая билка. Заня, подвиньте счетчик союзный на 2. Ха-ха, зато убил. 2-1 девочку. Но он явно блочиться не будет. Зов ради зова. Вернее, я явно блочиться не буду. Свежий лов стоит дороже. Легкая рука, зверь легкая из добыча. Говубин. Идем на таран. Я в пути. Хоть не так. И опомниться не успеет. С водой связано. Бахаем зов. Ай, где я возьму еще одно творение небес? Тягивающий воин, давай гонца. Теп того же. В рассветном оазисе снова. Вначале нам призвать еще одну. Пас. Эфа, можно вот эту девочку убить, в принципе. Можно. Да, наверное, давайте красную накинем. Я хочу себе. Я умею делиться. Это ловушка. Ловушка. Ну, вот этой штуки обезьяна подефается. Надеюсь, там не будет устрашения и пробивного удара. Испей воды. Ты блефуешь? Не будет. Нет. Дворец же так себе. Ну, скакун. Ну. Хорошо живется на чужие деньги. Ну, не пойду в атаку, в чем проблема? Ну, пойду, но вот этим вот. Он где? Их ждет сюрприз. Больше золов. Golden Sister. Хорошо. Может, F юзнуть? 5, 6, 7, 8, 9. Не, нельзя, да? Еще дрогаться нельзя. Ага, давай опять без вот этих вот твоих. Ну, блин, таран тоже неприятно, кстати. Водой связана вся наша жизнь. Пас. Ладно. Это мой ход через золотую сестру сейчас, по идее. Моя звезда согревает. Не терять бы ее как-то, а то у нее статус 4-3. К неуязвимости ей дать. Иду по следу. Да вроде не получится.
Ее может сблочить викаурская воришка. Ну, почти на глубине, почти. Если нажать на выбор карты, сделать его, то будем на глубине. 9 минус 2 это будет 7. 2 дровоем, одна в уме, одна сверху. Да, нормально, можно, наверное. Шваль. Не опомнится, не успеет. Какие вот это дерьмо не нужно. Парарам, парарам, пам, парарам. Ну, задровить две карты надо, но у меня только один дров в руке. И тут 70... Чё не нужны? Вернее, атакеры. Еще часовщик, который, может быть, ТФ притянет. Шерифа бахнуть. От меня никто не... Выхер на автоматоны. Подчистую. О, он вампирку притянул мою. Понял. Счетчик двигается. Да ладно, допустим. Плюс один атаки. Ну, хоть не песчаный скакун, видимо. Повезло. Блин, до глубины все еще... А, потому что я замешал же, естественно. Не дергайся. Давай так. Я тебя отыщу. Ах ты ж. Не узнать парлей, что ли, просто чтобы было... На притягивателя. Неприятный он. Может, потом приливные волны бахнем, не знаю. А, его убило. А, убило право. Хорошо. О, еще и мины. Отлично. Угу. Интересненько. Теф вылапается. Поехали. Привет, было интересно, но забыл спросить, до этого будешь проходить DL2 на стриме, когда она выйдет. Dying Light обязательно пройду, да. Семь, шесть чел с тараном и пробивным ударом. Круто. Херовое очень попадание. А, или... Нет. Зинчику надо играть, чтобы еще желтую сыграть тоже. Сдайте на топ-деке, ставя смертогрызов. Ну, придется жать сейчас. А, можно не эту жать, можно жать время в бутылке. Парлей? Да. Тебя... Постой. Встанет. Хорошо. Мне нельзя 7-7 атаковать, потому что он будет блочиться от вот этого. Да. Ты бьете так, ты бьешь сюда. Лред, бьешь сюда, ты можешь пойти в атаку. Улыбается. Отлично. Хороший ход. Мне... Ох, почти еще и добили. Сейчас бы волну парлей, что-нибудь. Фак. Вот он атаку пошел, тварь. Ну ладно. Здесь вариантов немного. У меня нету двух бурстовых спелов, жаль. Найдите ее. Три карты дровали в прошлый ход. Теперь можно и его поставить. Раскрути меня на деньги. Глаза. Думал открыты. Насчет парлея, но зачем?
О, сейчас бы карту украсть по дешевке. Красная. Отлично. Угу. Не хочешь никого поставить? Мой ассортимент говорит сам за себя. Видимо, нет. Я это сам сделал. Вот. 4, 7, так, 10, 11, плюс парли, плюс красное, что-нибудь. Что угодно, поехали. А, я забыл об этой штуке, ну ладно. Синяя, как змеиная река. Два прыжка во времени. Призовите случайное место силы со счетчиком. А, ну и такое бывает. Угу. Ну давай попробуем. А то бот-то глупый и не ту штуку, не то делает. Звездный пик. Два случайных творения небес. Стоимости 3, правда. Подвиньте счетчик. F Барматун. Ледяной раб. Я умею делиться. Ясно. Я хочу попробовать, наверное, нами вырулить. Не знаю. Или у врага что-нибудь, что меня похилит. Дворец. О, нами нас уже здесь, по сути, тоже никак не прохилят, да? Госпожа, удачи. Ну ладно, 16 хп, конечно, на Азира звучит как вуз. Я не знаю. Даже если я на хил зайду. Я тебя переиграл. Заклинание разумов. Примите заклинание, даруйте верхнему союзнику своей колоде силу и здоровье, равные моей силе. Тень прогресса под разграблением. Вот это охренительно. Что дает Пилтоверский университет? За монетки. Дает пассивки. У меня монеток 430. Применяя заклинание, наносите один урон вражескому Нексусу. Ваше заклинание стоит на один меньше. Начало игры, тяните две карты. Есть ли смысл в перевыборах? Ну, заклинание стоит на один меньше. Парлей за ноль, кораллы, всякие приливные волны. Пойдем, наверное, похилимся, да? Можно, конечно, что-то удалить, но зачем? В каком мультике Шиман? Там что-то по Рунтере показали новое? Звук пропадает, когда я там. Вроде бы в Рунтере этого не должно было происходить. Рано, багает. Вон. Что за рука? Рука говна. Нужен ТФ. Остальное вообще не важно. Конечно, обезьяне еще неплохо, но... В Твиттере три карты скоро даже покажут. Интересненько. Пришел Вознесение, пришел черед Шуримы. Так, ну поехали. Парлей за ноль. Все, что будут создавать кораллы, будет стоить ноль. Иду по следу. Моя первая атака, к счастью, против вот этого дерьма.
Их ждет сюрприз. Если очень повезет, сейчас бомба прилетит, и я убью хранителя дюн сразу же. Ну. Нет. Император приказывает, и земля слушает. Я вот что думаю, вначале терпим, наверное. Ух ты, еще одна! Пускай песчаный солдат пробьет нам один урона. Мы терпим. Дракон страшный, неприятный. Чужаков не пускаем! Можно сделать так и убить обоих при помощи парлеев, но тратить сейчас парлеи не очень хочется. Они пригодятся, чтобы выбивать песчаных солдат, наверное. Кто страшнее, хранитель дюн с драконом или с этим? Наверное, делаешь? С вот этим. Хотя у него, наверное, не будет созданных карт никаких, не знаю. Не буду, наверное, сейчас прожимать. ТФ есть. Бесполезная умирает, кровавая наживка. Ага. Чего? Созданная карта. Азир у него. Ясно. Сейчас нет смысла, опять же, ничего делать. Можно. Потому что я буду, скорее всего, красную ТФом кидать, как только он сейчас поставит что угодно. А теперь он идет в атаку. Эта пустыня поглотит наших врагов. Можно вместо красной желтую, но она кинет в воятеля песка. Атака. Это она должна идти в атаку, правильно? Когда боец пойдет в атаку. Угу. Когда союзники идут в атаку. Значит, можно желтую призвать на самом деле. Никогда не проигрывал. Люблю блеск. Судьба пришла. В принципе, время. Эта девочка тоже довольно страшная. Да? Ну что ж, убиваем здесь. Нет. Все еще блочимся здесь. И терпим дальше. ХП — это ресурс. Пока у нас все еще есть блокеры, ХП — это ресурс. Либо крадущуюся... Вот так вот лучше, наверное, даже сделать. Но если у нас совсем блокеры не останется, да. А, его тогда убьют охотники на челюсто зубов. А я его и так хочу так убивать. А вдруг в него попадут световые бомбы? А вполне могут. Их 4. Ага. Будем ставить членистозубов сейчас. Во имя Шуримы. Вот это такая бесполезная карта. Куда она у меня? Кораллы поставили, да? Попали. Хорошо. Как и предполагалось. Блин, нами тоже неплохо было бы, наверное, и плавунья, но нет. Свежий лоб стоит дороже. Минус урон. Фак! Предсказание. Ритуал подчинения. На ТФ не попало. Значит, есть варик... Юзнуть парлей на Азира и... Пойти в атаку, вдруг он задефается. Кинен скорее стан. Да, у Кинен, наверное, стан карты будут. Его не же. Там столько атакующих песчаных солдат придет на следующий ход из-за того, что я ничего не могу сейчас сделать. До глубины дохера еще.
Нанеси 4 урона, призовите двух песчаных. Похороните их! Невидимый. И с пробивным ударом. Я, наверное, хочу вот эту девочку сейчас съесть. Посмотрим, кто будет пировать. Блокеров хватает, все нормально. Слушайте приказ. Блочим тут. Блочим тут. Ты как рыба на суше. Блочим здесь. И блочим здесь. Что ты тут делаешь? Получаем 0 урона. Этого можно убить, плюс нажать день Poggers Day. Нет, Poggers Day сжать бесполезно таким образом. Тем более он умрет, возможно, от мин. Окей. Следующий ход. Чё, нами какая-нибудь? Очень плохо, что ТФ потеряли. Шериф неплохо звучит, кстати. В него ничего не попало. Значит, предлагаю наконец в какой-то веке прожить парлей. Плюс мне надо ход передать врагу, поэтому это очень важно. Звоню другого союзника, даруйте ему 4-5 с вампиркой еще к тому же. А что если он заблочится? Будет очень хорошо. Иду по следу. Найс. Надо было только по-другому выставляться, да? Наверное. Так, теперь парлей. Ой, стоп, может вначале нами... Нет. Poggers Day. ТФ и нами вместе. Или не ставить ТФа, чтобы он мог блоки давать. Сколько карт у меня до мила? 18. Я могу синюю выдавать. Всегда рад переброситься в картешке. И плюс синие, это еще и нами подкачает чуть-чуть, по идее. Пас. Ну, сейчас будет больно, скорее всего, что-нибудь. Типа, заполните стол. Мое имя будет звучать в веках. Вот этой тварью. 4 и 4. Скорее всего, так. Просто выставляем двух разных блокеров. Надо было его в станс кидать, да, по идее. Гнев пустыни. Медленно. Даруйте союзным, призовите двух. Я сейчас смогу приливную волну сделать. Один урона двум разным случайным врагам. Я воспрял. Воспрянет и Шурима. Ну, главное, чтобы мы попали по челикам. Да? Наверное. Ну да. Фак, по одному попал. Пустим. Благородная жертва. Не очень благородная. Химера какая-то. Выполняйте приказ императора. Успеваю парлей прожать под химеру. Везло. Пришло мое время. Выполняйте приказ императора. 7-5-5-1, да? Давайте просто поговорим. Ну-ка, чё там? Чё там вылезет из товаров? Чё там вылезет? Оседлай волну! Моя стоимость уменьшается на один каждый раз, когда союзник атаковал этот матч. Ясно. Я могу выкинуть нами сейчас и заблочиться, и мне кажется, это хороший мув. Да. Главное ТФ. Найдите ее. Нужен ли мне пьедестал императора? Хер его знает. Сейчас, скорее всего, шериф за пятеру. Союзник атаковал в этом матче. Блин, серьезно? Ну ты тварь, а? Моя стоимость равна нулю, за каждое заклинание призвав даруйте...
Чего? Создайте одно из своих регионов. Поехали. Парлей. Почти. Шарашмонтаж, кстати, не так уж и плох. Шериф. Обычное дело. Может, без А6 стоило шерифа ставить? Слушайте приказ. Ты решил блокера выставить? Кек. Мне нужно 2 атакующих юнита, чтобы убить вот это. Видимо, я прям сейчас шарашмонтаж жму просто-напросто. Стоп! Я тупой. У меня же ТФ еще есть. И у него первая атака. Ай, ладно. Ошибочка, конечно. Глупая. Похоже на неприятность. Глупая. Это можно было в блоке оставить. 2-1 можно было отдать. Ну, в экстренном блоке, потому что против него всегда нужны экстренные блоки дополнительные. Имеет ли смысл играть в Рунтерос в ПВЕ? Имеет смысл поиграть именно в ПВЕ режим? Конечно, он классный. Склонись. 6-9. Ну, давай Химеру еще. Бомбы по нему не попали. Расскажем нашу историю. Если призывали чемпиона, союзников плюс 2, плюс 0. Нахер один, да? С вампиркой, тварь. Мы вместе! Угу. Тебя и тебя. Неужто Крик? О, Крик. Ну, он похилился, конечно, но в остальном это не столь важно. Автоматон. Раскрути меня на деньги. Блин, еще бы один кардровал найти под ТФ, а качнуть его. Можно не один. Не обязательно один. Все или ничего? Наверное, шерифа не буду отправлять, да, в атаку? Госпожа удача улыбается. Нас не забудут. Забудка. Все мы песчинки в бескрайней пустыне. Фух, хорошо. Атмосфера накаляется. Главное себя не замилить сейчас опять. Как это обычно бывает при игре за ТФ, а? Да? Четырем разным случайным врагам создайте гигантскую волну. Ну вот создание карты — это хорошо. Это тоже, кстати, хорошо. Чили нанести ей урон красной, желтой? Нет, не хочу. Хочу нажать пас. Хочу нажать пас еще раз. Два урона четырем разным случаям. Шурима не пала. Она ждала моего возвращения. Вылез. Давай тебя. Наслаждайся. Ее выбили. Остался один Азир. Сдаем волны. Жаль, что не бесконечно, да? В землю. Восстаньте! Пришло мое время. Вампирка, First Strike. Тебя убить так. Ты блочишь тут, не выиграешь, не ты умираешь здесь. С другой стороны, можно вот так вот скипнуть, чтобы больше атакеров на следующий ход было. Хороших 4-4, это неплохая цифра. С другой стороны, мне страшно. Твоя служба окончена. Томатон. Добро пожаловать. Люблю людей. Воровство карт. Раз. Мой ассортимент говорит сам за себя. Откуда такие ценные товары? Ау! Воровство карт 2, ТФ, живи. О, у тебя что-то выпало.
Уязвимость. Призовите 6 пепчаных солдат. Понимаю. В Билджвотере бардак, но я его разгребу. Чесноку Геншин уже надоел? Нет. У Розы есть шипы. Но, судя по моей реакции, ты понимаешь, что этот вопрос задавали уже слишком много раз, да? Вы... Врагам и вражескому Нексусу. О! Помойку. Глаза открыты. Хотя, может быть, рано было это жать. Эд Бро давно не играл, подскажи, трэш нас сыграет. Все еще я не играю в... Наш золотой век еще впереди. ПВП. Я играю только в ПВЕ режим. Понятия не имею, какие дейки работают, какие нет. Привет. Все дело в картах. Видел трейлер нового дополнения? Нет, но уже заспамили этим весь чат, поэтому пойдем посмотрим. Новое дополнение — волшебные подделки. 29 ноября. Не все умения скаута, да, будут Рикен, полезны за пределами Вандал Сити. Плетение корзин под водой вряд ли пригодится. Но если отложить учебник и оглядеться вокруг, можно найти столько интересного. Прикольно. Например, новых друзей. В незнакомых местах. А незнакомых мест тут полно. Продолжение следует. Классно сделали, классно. Волшебные проделки 8 декабря. Ну, вообще, проделки — это забавная механика. Когда меня призывают, я пленяю сильнейшего врага. Однозначно. Ворожаба, привет. 20 хп, спасибо. Смотрим награду. У меня, по-моему, рерол всего один. Рвение, атаковать каждый ход. Если у нас будут притяжки, да, шериф, например, тот же. Слабейшему союзнику плюс 3, плюс 3. Это один дополнительный блокер в каждый ход, в каждый раунд. Нанося врагу урон, снизьте его показатель силы настолько же. Это хорошо под красные обилки, под... Да что угодно. Чё-то я не уверен, что нам нужно рвение. Запуск рекламы? Без проблем. Главная реклама для вас — это две ссылки в чате. Последний день интеграции по EVE Online и Вичи Гиоза, которым вы обязаны пройти и поддержать стримера. Кстати говоря, Гиоза надо подвинуть, что они так лежат. Умелец звучит хорошо. Я бы взял какой-нибудь стан противника. Не, мне кажется, вот это супер штука. Benny's Adventure Team Assemble! Берем. Я по-любому иду. Опа, уже годик. Эпический целитель. What? Там потом дополнительная награда где-то будет вроде бы. И вообще больше битв и всего-всего. Поэтому погнали сюда. Хоть мне и нечем хиляться, у меня есть еще одно воскрешение в конце. Бугагашеньки, 12-й месяц. 12-й год. Сказал спасибо большое за леса. Benny Adventure Team Assemble. Assemble. Спасибо. Спасибо за сапку. 1-1, девочки. Это хорошо. Предлагаю одну оставить. Нами оставить. Краденые товары сейчас воровать. Эй, ты, да, ты. Как насчет армрестлинга? Блин, я не первый атакую. Самому слабому... У меня, да, слабейшее. Может, 5-4 оставить, чтобы он его никак не убил. Пас. И чтобы он мог по Нексусу прописать. Почему бы и нет.
Данные разведки случайным образом прикрепите две бомбы. Две бимбы. Я в пути. Пока что не буду ставить. Их ждет сюрприз. Хотя... Вначале украду, потом поставлю. Выточенный камень и эта хрень. Им не скрыться. Да, теперь можно будет за одного помощника убить кораллами. Зря я бомбы кинул, да? Зря. Пусть тревоги стекают с нас как... 1-4, девочка. Неприятно. Неприятно с притяжкой. Давайте нами проставить. Могу, пускай качается. 3-8. Ну как она качается? У нас полману тратить. У нас нет полману. Жаль, я не придение камней украл. Видели трейлер обновы? Видели. Риск сила. Но это, кстати, говно полное. Воды на всех хватит. Нет никакого смысла юзать. А, стоп. Говно полное. Но я его бафнула. Оседлай волну! А почему? Плюс 2, плюс 0. Или отсчитав раунды, понял. Так, тебя может бомба убить, так что насрать. Там еще есть они у нас. Некуда манну тратить для нами. А, начнем с вот этой штуки. Нож так, для красоты. Разведчица. Проверю, нет ли зерсаль? Продолжим этой штукой. Дальше. Скорее! Так, я как-то ему Нексус неплохо так пробиваю. Может, инвизерами выиграем? Хоть не сожрать. Я помнится не успею. Световые бомбы. Почему две? Ну, я не к этому, там просто вроде две их было. Это скучно. Уничтожает и призывает. Эй, ну, конечно, тело. Конечно, конечно, 9-6. Она сложная, я ее или убил? Я знаю, что она сложная, но я не мог не идти сюда. Это надо делать. Очко сейчас будет воровать. Это круто. ТФ. Фу, а может ТФ-а? Причем с красной картой. Чтобы сразу же что-нибудь украсть. Очко тоже хорошо, но нет. Всегда рад переброситься в картежке. Я умею делиться. Без прокачки на обходе Виктора не одолеть. Да, я тоже так считаю. Сложно. Ратор, да. Новая хрень. Спроси, за сколько отдам. Ага. Ты в атаку идти не можешь. А, ты ему... Так. Ты можешь 4-2, это маленькие статы, ты можешь, да? Проблема в том, что он просто задефается вот этим, 9-1, наверное. Тогда 4-2 не буду отправлять. А может и стоило. Ну, в него бомба, надеюсь, попадет просто, не знаю. Блин, он еще и драконом вырылился. Черт. Да, какая там бомба, конечно, хер там. О, как тут круто! Эй, так. Полегче. Так. Прощаемся с нами. Можно как-то по Нексусу урон, блин, прописать? Пожалуйста. Не отставай! Обезьянка. Интересненько. Может, юзнуть за один? А зачем?
ты, молния, привет, привет. Чё у нас так-то хорошая атака сейчас? 6-8. Если еще очко поставить. Надо очко ставить. Привет. А можно 7-7 часовщика схватить жабой. Хотите один урон союзнику, чтобы вытянуть одну карту? Да. Ты платишь! Я говорю с духами! Такие правила! Сильнейшего, хорошо. Я показываю всем бантик. Не кривой, нормально. Я понял, он дожил до этой херни. Чё? Микрофон повыше? Нет, я бы наоборот хочу так вот. Не из-за бантика, а потому что мне не нравится, когда видно все на экране. Бантик. Сережа. Осуждаю. А еще знаешь? Так что показывай всем бэнд. Хорошо. Мне надо избавляться от кораллов, чтобы сыграть обезьяничанье. Проблема в том, что я не могу его сыграть, потому что я буду играть Poggers Day сейчас, да? Чтобы качнуть ТФа. Три карты. 8. Да, одну дроваем на следующий ход. Какая козочка? Да, золотая. Певчаная козочка. Потому что я неудачный. Кстати, он же еще на этот ход будет. Плюс манна, плюс... А, я сыграю обезьяничание. Найс. Потому что я задровываю еще глубинным очком одну карту. И опомниться не успею. Да. Да, отлично. Отлично. Poggers Day. Тэф получает левел. Да, глубинное очко. Кажется, мне везет. Нет. Потому что. Красная. А, синяя, какая красная. Угу. Глаза открыты. Плюс одна манна. Это штука. О, еще одна такая же. Comrade, how would you like to join the Fatui? Асуна, оп, спасибо за четвертый месяц. Спасибо большое. Офигенно, урон, урон. Трекар тоже ничего такая была, но это нужнее, по-моему. Если противник даст мне вообще сейчас юзнуть карты. 4 сюда, 1 сюда, видимо. Нет, 4 сюда, 1 сюда. Нет, этот будет станется. Стоп, стоп, стоп. 4 сюда. Этот умрет от красной. Так что неважно тебя.
И этот умрет от красной, если он их ничем не бафнет, то, по идее, вряд ли. Синие, как змеиная река. А, этот в стане не сможет стоять, потому что я... Нечем будет... Мгновенная. Фак. Дай мне переход, пожалуйста. Тварь. Ну, хорошо, что шараш-монтаж хотя бы остался, да? Ага. Двое умирают. Теперь самые мощные блоки это здесь и... Видимо, здесь. 7 хп. Ну, я жив, чё? Ты блефуешь? Ну, блока он мне, конечно же, не дал. Стоп. Вот так, чтобы все от красной сдохли. Какую игру номинировать на лучшую игру? VR 2K 21. Понятия. Попробуем снова. Может, вампира вытащим? Пожалуйста. Вампира не вытащим, безмолвие. Шесть, семь, восемь, девять. Тебе безмолвие. Ставим нами. Мой народ надеется на меня. Жмем погерс. Там же нет грибов у нас в колоде, вроде нет. Ищем еще одну нами, чтобы похилиться. Нами не пришла, к сожалению. Сейчас две обезьянки, кстати, сдохнут, нормально так урон нанесут. Доверься приливной волне. О, из своих регионов у меня нету Ионии, поэтому единички хиляющие здесь не придет, а значит скип. Помогите! Нами, плиз. Не пришла. Ну, всегда есть кардровал какой-нибудь ТФом. Синяя, как змеиная река. Гага. Ладно, не похилимся никак. Ну, я не то чтобы сильно ожидал возможности похилиться. Жестко! Жестко. Мимо этот жанр всегда проходит. Все дело в картах. Алекс вышел в 20-м. Ну, я не знаю. Правда, какой-нибудь хоррор. А, Киркан ТФ. Примив меня, вытягивайте карту. Дополнительный парлей за 0, которые дровают карту. Берем парлей. Однозначно. Я не вижу смысла идти к целителю, он похилит нас на 7, и что нам это даст? Ничего, идем в сундук с заклинаниями, качаем что-нибудь. Примив меня, призовите сторонника из ваших регионов, чья стоимость равна моей. Единичку. Тебе не понравилось? Это жирно, ну ладно. Ну я, кстати, не очень много масла добавлял. Даруйте верхнему союзнику столько силы и здоровья, сколько я стоил. То есть один. Ну и кал. Вот эта карта. Вот это тоже крутая карта. Рок после сладких. Спасибо. Угу. 460. Нихера себе. Купить.
Жаль, что купить можно только одну. Вытяните карту или поезд сюда. И то, наверное, надо взять. Жетон перевыбора, который мы, видимо, потратим на сундук предметами для чемпиона. Я не пойду на ботов-охранников. Я лучше на кровавую гриву схожу. Боты-охранники жесткие. Чего? Кто КД? Не знаю. А ты когда хочешь? Офигенный кёрф, наверное, через Progress Day на ТФ. Мне кажется, его убьют раньше. Не знаю, попробуем так оставить. Три, четыре. Песок под ногами. Не была она полная. Не была. Нашел. Вот то, что у нас дополнительные блокеры, это прям круто. Иду по следу. Гранаты. Надеюсь, он сдохнет, этот пустынный лихач от гранаты. А то у меня 7 хп, а он 3-1. Найс. Гордыня сгубила меня. Это не смей пробивной удар получать. Не получила пробивной удар. Хорошо. Вращайте барабан. 0-6. Рассыпься прахом. Я так думал, что он здесь будет притягивать, типа. Жалко инвизера так-то. Жалко. Твой жизненный цикл завершён. Этого чела можно сделать парлей, пока не поздно, потому что иначе он дрегенит. Он наберет себе тонны статов, да? Нами хороший, интересный выбор, но, конечно же, нет. Нам надо ТФ брать. Просто только с синий или с красной. Наверное, с синий. Стараемся никогда его качнуть как можно быстрее через Progress Day. Ля, что есть. Кругом только песок и опасности. 6-3 пробивной. Упс. Нужен пистолет. Боишься драться? И не пистолет. Если я сейчас отправлю этого в атаку, он потеряет свои статы набранные. Он и так их потеряет. Или нет? Но это только в этом раунде. И он не сможет нормально здесь блочиться, да? От этого мы можем заблочиться шараш-монтажом спокойно. Скип. Ага, я еще и карт достаточное количество задровал. Вот бы не забывать про пассивку Twisted Fate, да? Азир с радостью принимает новых подданных. 4-5 First Strike, а фигня какая. Будет опасно, но я справлюсь. Благословение Азира! Врагу или вражескому Нексусу выбрано случайно, окей. Не могу пока юзать. Плохая идея. Давайте замешаем головореза. Я сам создаю хороший расклад. У меня вот 5 маны нужно, да? А, стоп, у меня же все спеллы стоят дешевле, значит. Ну, лучше все равно врага бить. 3. Ворожаба. Классная, но пока что рановато. Тебя. Поделки. Замешиваем нами.
Доверься приливной волне. И начинаем. Прилив нами. Благословение моей. Хил в Нексус. Доверься приливной волне. Хил в Нексус и два урона, надеюсь, еще сюда. Нет. Ну, так-то тоже неплохо. Вражопа, да, наверное, чтобы гудящий рой выкинуть. Начнем, наверное, с торговца. Мой ассортимент говорит сам за себя. Теперь вражопу. Я не меняю судьбу, но могу предсказать. Надо ли мне атаковать? Я думаю, что да. Госпожа удача улыбается. Тэф качнулся. Отлично. Дровим нами, выхиливаемся на тридцатку. Атмосфера выходим накаляется. На Виктора с 30 хп. Нойс. Солнечный диск озаряет каждого. Солнечный диск. Вокруг. Юзаем. Нами. Блин, в Нексус пошло. Вот это неприятно, из-за этого стоит как бы... Наверное, не идти в атаку. Я об этом думал, но... Благословение моей! Думал, но не сделал. Так еще и ТФ, кстати, тоже делает то же самое. Могу еще быстро под красную карту кастануть, кек. Привет. Почему Виктора не сократил? Понял. Вопрос, не понял. Нами, нами, нами. Ждем, пока он сыграет юнитов. Я повелительница морей, и я дам отпор тьме. Twisted Fate TF. Ну, потому что Twisted Fate лучше сокращение, чем Вик на Виктора. Стоп, уберите бойца или место силы в его колоду. Я же так могу прохилиться. Почему я об этом не подумал? На нем еще и разграбление на этой штуке. Пас. А, так с разграблением я буду меньше хиляться. Туплю. Смотри, куда забыл. Штука главная, чтобы фир не получила. Нормально. Стоп, у меня 4, 5, 6, 7, 8. Не-не-не, подожди-ка, так нельзя. Медленно и после быстрых поставить нельзя. Ладно. 4, 5. Плюс 2 карты. Плюс 3 карты. Нельзя. А, у меня их в принципе 10. И что мне нужно делать? Мне нужно сыграть головореза. Они даже не поймут, что их убило. Синие, как змеиная река. И просто сыграть разбитые надежды на свой стол. Примерно вот этого парня. Притяжка в ТФ. Так даже лучше может быть, нет? Надежды все равно 4 восстановили. Или нет? А, я сыграл-то я их за 7, конечно. Можно было еще отливы на самом деле добавить в этот ход. Еще говорит. Заведи меня на деньги. Благословение морей. Доверься приливной волне. Прилив раз, прилив два. Благословение морей. Оседлай волну. Прилив три, прилив четыре. 30 хп. Благословение морей. Не зря взял нами. Доверься приливной волне. Вот такой. О, какой ты молодец.
Кто же вылетит, выиграет! Довольно. GG. Хорошо. Нечего было ударить сейчас. Один хп, тогда бы жава на его место встал. Так нельзя сделать. Ты обязан заменить юнита. Не, ну я мог, ну до этого, когда у меня 5 юнитов было, я мог тогда жабу сделать. Шо? Призыв пора на краденных товарах, кстати, тоже очень хороший, потому что это блокеры, но кольчуга для ТФа звучит. Топчик. И здесь 3-1 молот для ТФа или нами сделать 5-4. Когда меня призывают, я сильнейший, наносим урон друг другу, опасно очень. Молот возьмем, хорошие статы, плюс это First Strike на ТФ, а же килка. Подождите-ка, почему здесь не дают награду-то? Я думал, здесь давали награду. Не понерфили, что ли? Не, ну здесь сундуков много, это тоже считается. Ну, блин, или нет? Нет, это не совсем награда. Волногоны очень мешают в колоде, абсолютно бесполезны, их всегда надо убирать. Хотя они инвизеры-блокеры, но... Вовунь есть. Ок. Шериф классно. Особенно, к слову, о притяжке. Ладно. Ну, поехали. Не знаю, чат. Не знаю. Давайте прогнозик сделаем. У вас, ну, допустим, две минуты на прогноз. Зрителей и так не очень много. Чтобы все успели сделать. Так, сейчас я забыл одну вещь сделать как раз. Так, есть ТФ, уже хорошо. Парлей за ноль, отлично. Нами, наверное, тоже норм будет. Головореза, наверное, тоже оставлю. Поставлю как блокера на первый ход. З. Думаю, можно. Думаю, что можно. Слушайте, ну если сейчас пройдем, начинать за другого персонажа мне, наверное, лень. Может быть, в Хардстоун чуть-чуть побегать, потыкаться. В Лауренте, в Twitch дропсах какой-то контент к игре. Забавно. Здесь сегодня глазки не капал, за глаза капают. Чувствую усталость. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что парлей хоть кого-то убьет, но это в любом случае халявный дровол. Враги получаются. Да-да-да. Чья так первая, жаль, что не моя. Жаль, что не моя. В общем и целом, я предлагаю оставить этот дроп. Че, у тебя еще и две маны в начале? Ты серьезно? Я сломал руку. Теперь у меня новая. 6-4 атакер. Ага. Ну, предлагаю вставить. Они даже не поймут, что их убило. Пока что нет смысла его трогать. Наверное. Я не знаю. Иду по следу. А можно мне... Блин, мне нужно на самом деле было что-то, от чего он дефаться будет. Стой! Почти. Угу. Ну, конечно же, 2-2 уже.
частью великой эволюции. Я стал и ни о чем не жалею. Хочется нами, но я боюсь, он ее притянет и убьет просто, да? Автоматон, наверное, все-таки рановато. Мой народ надеется на меня. Вот это прогресс! Новые материалы, новые улучшения. Нужно было девочек за два искать, которые забирают. Истребите слабость. Все-таки он так притянулся. Отлично. Это хорошо. У него, блин, он уже регенерацию себе нашел, нам его убивать нечем. Вряд ли будет девца от ТФа. Да. 10 хп. Что делать-то? Что делать? А если он подефается от ТФа? Может тогда не красную, а синюю поставить? Так нет, он сейчас еще хикстековое ядро и +1/+1 получит. Я в игре. Люблю людей. Ну, то есть он задефается от ТФа, да, я его потеряю, но... Будь кем хочешь, говорили они. Ты так и сделала. И даже больше. Он не юзнул хикстековое ядро. И что значит, что он не будет блочиться, скорее всего. Ну, хорошо, минус парень. Окей, еще пока живем. Она не невидимая, она получит все его бафы, получит в том числе притяжку. Разграбление уже было. Может быть, на следующий ход прогресс дай. На ТФ каким-то образом прогресс даем качнуть. В данный момент 1 из 9. Боже, как это сделать? Не хочешь сменить имидж. First strike. Пак. Как рыба в воде. Может быть, стоило вначале выбор ТФ, а карты просто бахнуть. Ну конечно. Прогресс дэй сейчас или... Гальванизирование завершено. Вампиризм еще получил, понимаю. Или все-таки через выбор плюс волну, например. Потому что это 3 карты, а это 3 карты. Четыре с учетом этого. Парлея. Хер его знает. Главное, чтобы он ТФ не притягивал. У него вроде нет ферстрайка, но скорее всего он ТФ притянет. Я не вижу вселенной, в которой он этого не делает. Еще. Доверься приливной волне. Подчинись. Фак. Там еще и пробивной. И у них еще пробивной. Об этом я вообще не подумал. Вот она смерть. Ты меня не остановишь. Конечно же, конечно же. Благословение моей. Ну, у нас есть еще одно воскрешение. Рунтера вернулась или это за донат купили? Откуда? Нет, конечно. Воспрянет Ишурима. Не прошел Витю? Как не прошел? У нас есть еще одно воскрешение. Но скорее всего мы все равно не пройдем, так что я бы на месте красных не переживал. Говно, говно. Ну вот разбитые надежды хороши. Виктора убрать в колоду за 5 манны. Надо это все убирать и искать девочку за 2, которая ворует. Ну, эту ворожбу. Ворожбожабу. Да. Моя атака первая, хоть здесь повезло в этот раз. Отлично. Расстрелятор тоже не такой страшный, как пацан 1-1. Вампиркой.
ним даже 5-4 справится сейчас, Кек. Окей, это больше похоже на путь к победе. Данные разведки. Давай, почему нет? Им не скрыться. Не вижу смысла просто так в контроле. Ну и бомбы не прокнули. Ну, поехали, он сейчас, наверное, Виктора ставит. Стань частью великой эволюции. 5-7 с вампиркой. Иду по следу. Я думаю, Виктора мы вернем при помощи разбитых надежд. А вот расстрелятора, наверное, стоит убить. Хотя, чем больше у меня сейчас блокеров, тем лучше. Не так сильно боюсь расстрелятора. Ну, создает зажигание. Ну и чё? Типа, я не убью его приливной волной. Я ничего здесь не сделаю. А, есть, конечно, варик отправить 4-5 в бой, пока Виктор там не надыбал себя. Я в пути. Держу темп. Эх, и так. Гениально! Вот ведь тварь. Давай. Не будет у нас световых бомб на топ-деке, а он еще и Виктора замешал тем самым. И ничего не сыграл. Вау. Окей. Как сделать теперь разграбление? Хочешь, говорили они. Ты так и сделала. И даже больше. При помощи глубинного очка волна вряд ли что-то сделает. Добро пожаловать. Может быть, мне и не обязательно разграбление. Я даже не знаю, может быть, я могу просто так разбитые надежды играть. Отправлять Виктора в никуда, в небытие, да? 8-8, еще и с пробивным ударом. Ну, 16-16. Ну, я, конечно, могу это Ну, наверное, надо так делать. Самый слабый, да, надо переливать статы в других самых слабых юнитов потихоньку. Проблема в том, что у нее регенерация. Ну и жесть. Не, без, вампирки бесполезны сейчас, я согласен, да. Ух, еще и торговец. Мы его не сможем поставить. Вообще надежды за... Стоимость снижается на 3, за 4. Дороговато. Может быть, реально за 7 сыграть, просто минус Виктора сделать. 5-10 этот чел. Скорее всего, поставить нового, нет? Если я отправлю сейчас автоматона в бой, это будет плохо. С другой стороны, я украду карту. Карты. Ноль. И вытяну. 4-5 уже. 6 плюс еще одна 7 плюс 2 9. Здорово, антиклой. Спасибо, Изумрамен, за 50 рублей. Пишет: хочу сказать, что ты лучший. Передаю привет Риксу деду. Смотри, что донаты выключены. Спасибо за 50-очку. А у нас сегодня с утра хейт-донаты были какие-то. Ладно, я еще готов попробовать пережить один ход. Только не инвиз. Не смей инвиз получать. Еще и этого убил. Надо было все-таки в тот ход, наверное, убивать. Не знаю. Только не инвиз. Устрашение. Ну, страшно, но не настолько. Жаль, я, блин, торговца сыграть не могу. Прям очень жаль. Верткий Барматун. Хороший блокер на будущее, но...
когда я, блин, его сыграю. Лет пройдет. Главное, чтобы бомбы сейчас не надровали. Не надровали бомбы. Луч смерти за ноль. Выберите странника, создайте в руке его копию с плюс один, плюс один. А копию без статов, да, я так понимаю, без всяких вот этих вот бафов. Там же не сказано точную копию. Это просто создаст сторонника. Значит, мне надо будет потом создать верткого бормотуна, чтобы блокеров за ноль выставлять. Скорее всего, это самый лучший вариант для меня. Да, у вас стенд Aftermath. Неплохой рогалик про зомби. Слышал. Слышал о нем. Можно попробовать прямо сейчас убить бота-сборщика при помощи приливной волны и луча смерти, но не факт, что она попадет, к сожалению. Попробуем. Yes. Везло, однако. Еще и бормотун удешевляется, это тоже классно. За раскастованные спеллы. Но нам очень надо вернуть Виктора, это просто жесть. 6-6 этот. Все, возвращаем. Пока он потратил всю свою ману. Ну, за 7 попробуем, да. Прохилились, хорошо. У тебя first strike, у тебя first strike, у тебя ничего нету, не вот здесь задефаемся. Еще живем, типа, и нормально. Потом ее, наверное, тоже вернем, не знаю. Плохо, что этот луч, блин, на топ-деке создался. Здесь ты в него поиграешь, потому что я застрял в одном моменте, а ты как хардкорщик прошел бы, я бы подглядел. Не знаю, планов вроде не было. Значит, это магия на бормотуна пополнила. Так, ну какие варианты у нас есть? Выставить охотника на членистых зубов. Юзнуть Павунью одновременно, убить, соответственно, расстрелятора. У нас появляются блоки, мы дровываем карту. Это играем за один, потом бормотуна за ноль. Начнем, наверное, тогда с девочки Павуньи. Ух, еще и парлей за ноль, хорошо. Вот это вот 12-10 пробивной удар, конечно, очень страшно звучит. И с каждым ходом все страшнее, она качает себе урон. На самом деле, надо было просто, наверное, ее разбитыми надеждами возвращать. Нам придется ее на следующий ход возвращать, иначе это может быть вуз. Но надеюсь, он что-то будет играть. Допустим. Идем на таран! Что я ее никак не убью. Она еще щитом. Что если убить тебя? С ферстрайком. Два урона, плюс один урона, плюс четыре. Не хватает. Если и норм, то он в опен пойдет. Ну, я очень сомневаюсь, что он пойдет в опен, правда. Очень сомневаюсь. Может еще много здоровья на автоматоне прокнуть, поэтому... Обезьянки, найс! Это дополнительный блокер на следующий ход, а у меня еще и зов. Если вы владеете творением небес, уничтожите всех врагов. Ну, врага не бывает. Врагов силы не более трех. Удар полумесяца. Отлично. Не пойдет, конечно, если ему есть что играть. По идее, не должен. По идее, не должен. Что такое параллельные потоки? До конца игры, когда впервые в раунде призываете союзника, превратите его в одного из трех сторонников той же стоимости на выбор. Звучит как говно, которое хотелось бы сбросить. Впервые призываете, разыгрываете союзника. Блин, не знаю, ну, скип. Давай, 1-13. 6-7. Ах ты злобный маленький гений. Знала бы ты меня. У тебя хп 4-6. Почему я не на глубине? Это же был 6-6 прошлый ход. А, это был баф. Я понял, это был не глубинный баф.
Как вариант разбитой надежды кастить на нее, потому что она реально жестко раскачалась, да? Ну, или пока что посидеть на ударе полумесяца через... Блин, ты с блоком, как я тебя убивать буду? Парлеем? Никак. Я могу тебя лучом смерти убить. 5-4. А, это будет 4 урона плюс луч смерти. Никак. Что так ярко? Забагал. Этот блочится спокойно обезьяной, поэтому, видимо, все-таки удар полумесяца. Пока что. Не хочу разбитой надежды сейчас тратить. Тем более, может быть, я их все-таки по этому, по разграблению сыграю. Кстати, о разграблениях. 4, 5, 6, 7, 8, 9. С одной карты. А, ну он тянет одну карту, выходя на стол. Мой ассортимент говорит сам за себя. Боже, у него еще и бумпы есть. Эти глупцы боятся будущего. Тебе пробивной удар прилетел. Вот же ты тварь, а. Мой народ надеется на меня. Сколько тебе давала лапа по манне? Еще пока не хватает. До глубины 11 карт. Пуру-пуру-пуру-ру. Я могу призвать сторонника Бармутуна, да. Дополнительного. Ну, причем прямо сейчас могу призвать. Но у него нету эзотерики, это грустно. Бесящими андроид не позволит украсть карту глубинным очком. Мне еще кардровало дофига на самом деле в руке. Была бы манна на это все. Начнем с тебя, ты стоишь 0. Сброс балласта. А он может, кстати, мне помочь в какой-то момент. Сброс балласта. Он может. В принципе, если повезет, бот Меандроид не будет блочить глубинное око. Он, скорее всего, будет 5-4. Это самый value trade для него. Даже бот, он может тупить. Хочу ли я разбитые надежды удешевлять? Может быть, я хочу все-таки. Что если он 6 плюс что-то кастанет и самоделкин получит себе 11 урона? Может, все-таки за 7? Давай тебе в помойку выкинем. Только бы не Виктор. У него может быть в руке Виктор. Техноманьяк. He's a maniac, maniac on the floor. He's dancing. Fuck you. А, могу глубинное очко скопировать. Скорее всего, надо этих копировать. Качаешься, это круто. Нами можно качнуть сейчас будет, кстати. Не до конца же хода. Не до конца хода. Блин, за 5 его играть потом дороговато. Ладно. Мне очень нравится идея скопировать бота сборщика. У меня вся рука спеллов. Huh. Why the fuck not? Еще и грибы от вумпы. Начнем нами. Вас. Я повелительница морей, и я дам отпор. Че она там дальше атаку всем качать будет, да? Проблема в том, что у него два ферст страйка.
Значит, атака не так важна. 7-9, блин. Еще одни разбитые надежды. Имитация. Как? Куда? Пробивной, инвиз, таран, ферст страйк, миллион статов. Иди в жопу. Оседлай волну! Да, я готов! Так, кот умирает. Этот умирает. Этот умирает. Этот блочится. Шикарно. Буду ли я еще воровать, кидать грибы или нет? Бот-сборщик. Какие шестеренки? Наверное, буду. Вам нравятся ёрлы в форме? Мне некуда спешить кастить эти облака, да? Кстати, сейчас бот-сборщик, наверное, получит бафы. Ворожаба в руке. Отлично. Начинаем с доп-юнитов. Глубина, блин, я неужели вот это все буду играть? Четверку можно? В конце игры впервые разыгрывая, превратив одного из трех сторонников на выбор. Честно говоря, глубина выглядит так себе. Ну блин, если я ворожабу превращу во что-то. Нельзя. Нельзя это играть. Говно. Продуманные творения и минус братан. Плюс 2, плюс 1 слабейшему. 4-3, он слабейший. Мы вызываем гриб, он выживает. Вот это урожай! Нами молодец. Нами, оказывается, здоровье умеет качать, когда она левелапнутая. Так, юзаем тебя. Начинаем дамажить по чуть-чуть. Чего я вдруг задровал? А, та карта дровает. Два урона четырем разным случайным врагам. Создайте гигантскую волну. Поехали. Благословение моей. Тара-тара, тара-тара-тара. Сейчас самый слабый 6-5-6-5. Но атака, атака. И, наверное, даже... Нет, вот борщик, наверное, не пойдем в атаку. Борщиком не хочу. Я тебе покажу, киски. Найс! Он своего сборщика тоже не отправил. Отлично. Покажу, кись-кись. Мы выиграли. Я уверен уже, что выиграли. Не вижу, как это можно проиграть. Кип. Ну, карт нет. 4 всем врагам и Нексусу. Это убивает сборщик, открывает мне атаку на следующий ход. Я не хочу создавать на топ-деке луч смерти МК3. Пример. Пал на баллы красных, неправда. Там было написано, вы победим Виктора, мы его победим. Там не было сказано, за одну попытку, за две попытки. Вы могли следить за игрой и знать, что у меня одно воскрешение осталось. Не так ли? Врагам и Нексусу тоже, но я лучше ее это оставлю. Чем мне это сейчас играть? Так, через кардровал. Или через золотую. Так он и так сдохнет уже. Через кардрову, конечно. Что он сдохнет от гигантской волны. Наслаждайся.
Завтра бы победил, тоже бы засчиталось. Может быть. Каждый раз смотрю на него. Ее, кстати, убивает луч смерти. Кек. Оседлай волну! А еще лучше два парлея. Нет, лучше луч смерти. Лес там. Виктор убивал как карты, убивал. Значит, засчитывайся. Еп. Есть предположение, что я могу выиграть вот так. Через, с помощью нами. 10, 18, 2. Ну да. Испытай удачу. Леталочка. Ля, пальцем показывает, смотрите, какой. Фу. Окей, ну хорошо, с первого забега. Часа два, наверное, потратили, да? Но с первого забега прошли. Класс. О, с первого. С двумя воскрешениями. Ведь Guardian Angel затащил в итоге. Наследие Краун Гардов. Когда я повышаю свой уровень, использую рвение. Так себе артефактик. Так себе. Рвение на ТФ. И повышение уровня. Фу. Балдеж. ТФ пройден. Что у него за бонусы? Дополнительный шанс найти редкий предмет. На 15 уровне прошли. Классно. Классно, даже не добрались до конец раунда. Если в этом раунде вы вытянете 3 плюс карты, несите 3 урона сильнейшему врагу и вражескому Нексусу. Агась, агась. Джинкса на 16 уровне. ТФ на 16. А, подожди, так мы из-за Джинксу до 18 уровня не дошли, сбрасывая. Наносите 2 единицы Нексусу и случайному. Да, да, одинаково. 56%. Ну, да, неплохо, неплохо.